Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Некрос, и добро пожаловать в Dead by Daylight. Итак... Ага, итак, кто-то испортил генератор. А, карта Ямаоки. У нас сейчас... Ну, я смотрю, ман не пришел. На шум. Хотя, конечно, рискованно тут оставаться... После сломанного-то генератора. А тут погоди, нас тут четверо, что ли? Да ладно. Похоже на то, и сюда идет Анна. Не будем рисковать. А спрячемся за камешками. Так. Может быть, даже вообще уйдем подальше. А-а-а, видимо, ее оглушили. А, тут рядом Ген. О, смотри-ка, дочинили как-то так в наглую. Молодцы. Я надеюсь, они не побегут в хижину. Потому что я тут немножко занят. Уже гирлянды, смотрите, новогодние повесили. Ну, понятно. Понятно. Там лучше тоже не находиться. Вон Ген. Таракота? Да. Поможет мне позаводить Ген. Еще один должен заводить. Ой, а там не подвал ли? А не подвал ли? А нет, не подвал. Так, она идет сюда. А там все уже завели. А вот непонятно. Я ее слышу очень близко. Так, спасли. Где-то тут еще должен быть. В этой коробочке, что ли? Да. Смотри, снеговик. Да, если кто не знает, в этих снеговиках можно прятаться. И они вроде бы как респавнятся, если разрушаются. Они очень медленно двигаются, и я не знаю точно, но говорят, что якобы эти снеговики защищают от удара. Кто-то даже говорил, что, возможно, снеговик может защитить раненого. Но вот когда я раненый прятался в снеговике, и меня ман ударил, я из-за этого упал. То есть мне снеговик броню не дал, не знаю. А вообще, вот. Если я на Shift нажму, ну, то есть я могу просто ходить. Но это очень медленно, видите? То есть, ну, вот такой снеговик. Да. Для превьюшки может, кстати, пойти, да? Ага. А вообще, вот, он ломается, и выбегаем из него. Ой, она сейчас всех будет хитовать. Фонотени у нее нет. А крюк там, да? Да. Барбекюшка тоже на этом расстоянии не сработает. И Ракотта вылечилась. Так, а что по генникам? Геники, походу, все на той стороне. Я понимаю, что нужно спринтовать генику, потому что он ломается, но... Мне спринт нужен всегда. Он сейчас пойдет к нам.
Так, давай не надо. Давай мы ссориться с тобой не будем. И она сюда не пошла. То есть тут генов даже нет, получается. А есть, смотри-ка. Но он угловой, и, скорее всего, последний угловой ген. Вот в чем загвоздка. И к тому же из-за ее вот этого перка мы медленно будем чинить, очень медленно. Будем стараться. Так, Кузя у нас бегает от Анны. Судя по всему, очень далеко, скорее всего, в противоположном углу карты. Так, так, так. Ну ладно, допустим, мы завели этот ген. Предположим. Возможно, мы себе, конечно, задачу усложнили. И мы точно знаем, что он есть здесь. И его она даже не ломала. И он даже на более чем наполовину заведен. Кузи нам дала много времени. Я даже больше скажу. Пока Анна будет ее поднимать. Мы сейчас заведем ген. И может быть даже ворота откроем. Хотя, может, мне сейчас в голову топор прилетит оттуда. Да, сейчас будет... Ну, она понимает, что там я, да. Теперь надо как-то Кузю спасать. Ну вот как? Она же будет кемпить. Ведь больше ничего ей не остается делать в этой ситуации. Приближаемся к охотнице. Опа, внезапно выбегает некрос. Я тебя понял. Там наед, прикинь. Я падаю. Ой, как опасно. Не-не-не, я понимаю все, конечно. Я все, конечно, понимаю, но я пошел. И ведь я дал немного времени игрокам. Надо посмотреть. Но они, видите, тут заперты. А, нет, смотри-ка. Еще орешек тут есть. Может быть, даже Кузи убежит. Убежит и даже не задумывается, пусть. Даже не задумывается. Ну какой? Убегать надо. Или она рисковая? Я думаю, тут даже думать не надо. Убегая, вдруг там кровавый смотритель и ворота заблокируются. Сейчас посмотрим на перки охотницы. Главное, она еще задумывалась. Там наед, она ранена. А охотница кемпит топорами. Убегать надо тут. Без задумываний, да. Ну и что? Что там у нее было? Колыбельная, мясник, тонатка. Наед, не было у нее кровавого смотрителя. Болото, господа, выпало. Болото — это, конечно, неприятная карта. Давайте не будем торопиться. Что это?
Это мор. Я вообще... Так, погоди. Или я начал слышать фонарь? А раньше не замечал. То есть это либо обновление, либо просто раньше я его не замечал. Снеговик. По-моему, там Фэнк бежит, да. Итак, мор, господа, мы играем против мора. И он напал на кого? На Нею. Значит, мы... Опаньки, кошечка. Кошка горит. Поаккуратнее давай. Я так полагаю, они бегут в хижину. Нет, он ее ищет. А, серьезно, они тут будут бегать. А мы с Фэнк тут же прячемся. Ну, я думаю, все, давай чинить. Хитрые какие, да? А что-то у него не умели слезть с работы. Как-то резко его слышно перестало быть. Что-то мне кажется, у него умелец, подозреваю я. Застопил его, может быть, даже не донесет. Не донес, хорош. А вот это, конечно, сейчас спринт было тратить на вот эти 5 метров. Плохой затея. Может в итоге подвести меня это. Оно приближается. Спринта у меня нет. Не буду рисковать, отойду, пожалуй. Тут еще кто-то есть, или мне слышится? Я, кстати, даже не проверил хижину. А есть ли там палетка? Ой, там подвал. Стало быть, мне нужно сделать так, чтобы он сюда пошел. Иначе... Вот опять фонари, слышите? Скрипит. Не было такого. Это новое, походу. Это обновление. Именно вот зимнее. Да. Потому что... Ну, с современными-то наушниками я бы услышал. Я тебя понял. У него действительно умелец. Он там уже это... Ударяется. А спасать-то надо. Ой. Ты давай это. Ай, палетку так рано. Ну что ж вы. Ну, возможно, им так надо было. Жалко, конечно. Видимо, нужно было. Раз такую палетку использовали. А, ну то есть, скорее всего, барбекюшки у него нет. У него пугающая тряска. А вот интересно, если Сурф спрячется в снеговике и сработает барбекю, увидит ли ман по барбекю Сурва в снеговике? Такой у меня к вам вопрос. Можете в комментариях написать. Очень даже любопытно. Никто не бежит. Никто не бежит.
Или он бежит за Клодет? А, спасли на ее, хорошо. А я что-то не понимаю. Теперь непонятно, кто... был ли ранен игрок недавно. Потому что значки персонажей все время мигают. Раньше они мигали только тогда, когда их ударили недавно. По-моему, так. А теперь они мигают постоянно. Хм. А, ну... плохо то, что мы упустили этот ген, но с другой стороны он к нам не пойдет. А, там осколок. Вон оно чё. Тем более обидно. У нее осколок, а мы тут стоим и ничего не можем сделать. 16 секунд в этой игре, это тоже время. Так, а что-то... умелец. Так, отходим, отступаем. Тактическое отступление у нас. Наверное, возвращаемся. Он вроде ушел. Он за ней пошел. А я пока тут по-хитрому... ага. Чё тебе надо? Ага. Так он может еще раз сработать, если я подойду. Он будет этот генератор какое-то время охранять. Я сейчас начну его чинить, он опять начнет активировать... а, нет, не будет, тут больше 70%. Не сработает у него умелец, мы этот генератор благополучно чиним, да. Так, где еще? В мейне починили, да? А тот вначале тоже, да? Ага, ну давай этот, ну этот угловой. Опять же, я не успел его начать чинить. Ну подождем, 16 секунд, по-моему, ждать. На третьем уровне. Пугающие тряски. О, в смысле. А куда они спешат так рано-то спасать? Наоборот, нужно было дать время. Разве нет? Ну хорошо, допустим. Так, два гена, три поимки. Но сейчас очень все будет зависеть от того, как долго сможет выживать Клодет. Ну, не все, конечно, будет зависеть от этого, но многое. И если они сейчас смогут хотя бы до половины дочинить второй генератор, это будет очень даже хорошо. Клодет вылечилась. Тоже новость неплохая. Так, а он сейчас ко мне побежит. Да. Причем, в принципе, пусть бежит. Неуклюжий пешеход. Давай, чё. А, то есть я эту палетку мог и не опрокидывать. Жалко. С одной стороны, с другой стороны. Он отстал от... ой, а спасать-то? А вот это я не учел. А я успеваю... а, я и не успеваю, возможно. Если и успеваю, то еле-еле. Если игрок промахнется по проверке, будет беда. По-моему, еще кое-что обновили. После спасения с крюка с урва можно лечить практически сразу.
И в это же время там чинили, да? Ген остался тот, но тот ген он будет сторожить максимально. Как зеницу ока будет беречь. Может быть, даже... Я без спринта пойду. Да, медленно, но менее рискованно. Он про этот ген не забывал. Но он очень сильно сломал его. Возможно, у него чертик. Потому что... Ну, я, конечно, на какое-то время отходил от этого гена, но не настолько же долго. Не настолько надолго. И было бы очень неплохо, если бы умелец работал во время погони. Тогда и ребятам помощь, и мне будет проще. Сработал умелец, он пойдет ко мне. А я побегу в мейн, туда, куда ему совершенно невыгодно. К заведенному гену и к месту, где можно нормально побегать. А, он меня прогоняет, слушай. Ребята, у вас... Ой, проблемки сейчас будут. А, подожди, это же... Это же шанс вернуться обратно. Но Клодет, конечно, жалко. Я должен... Да, уже кто-то тут чинит. Он сейчас согрелся на Клодет. А, уже заранее приготовились открывать. Хорошо. А Клодет все равно из игры выбывает, поэтому мы никуда не идем. Дожидаемся открытия ворот, ну и просто уходим. Да? Все? Ну и он сюда бежит. Но он опоздал. Так, а что там Кузя? Что там с Кузей? А Кузя нашла люк. Он на лестнице. Ну, под лестницей. Ну, тогда же лучше, больше очков получит. Угу. Чертик был у него, да. Лесная опушка, поместье Макмиллан, господа. Очень плохая карта. В прошлом выпуске такая уже была. Это одна... А, это зомби-то не месяц, что ли? Это одна из, наверное, худших карт для суров. Ведь в центре ничего нет, кроме дерева, одиноко стоящего, и больше ничего. Все палетки расставлены по углам. Так, вот, наверное, здесь мы и начнем починку. Да, я понимаю, что ген угловой. Но сейчас особо гены не повыбираешь со скверной-то. Мы сможем перетянуться в хижину. Палетка, конечно, это нам не сильно поможет. Слишком короткая. Но, сдается мне, Немезис пока что занят. И какую-то прочую кто-то снял. И это не земелька, что уже радует. Ну а я с собой взял зеленый ключик, чтобы отслеживать Немезиса через стенки. Пусть небольшое количество времени, но все же. Так, первый ген есть. На подходе уже и второй. А, погоди. Так это какой Немезис? Это Майерс. А мне издалека показалось, что там зомби ходит. Напишите-ка в комментариях, вам не показалось,
Что это зомби был? Ну, вот и второй. Угловой, к сожалению, но... все же. Центральный ген неплохо бы. Уже, наконец, начать чинить, и он набирает третью фазу. А он будет искать. Это опасно, может быть. Хотя, с другой стороны, пусть со мной, наверное, лучше побежит. Сейчас спасать игрока нет смысла. Он сейчас по всей карте будет носиться и... и нас опрокидывать. Но резко дело приняло скверный оборот. Набрал он довольно быстро фазу, значит, она у него уже не бесконечная. Видите, центр карты вообще пустой. Абсолютно. Еще какая-то. Еще. Все. О, не-не-не-не-не, он же быстро набирает. Давай не будем. Куда он понес ее? Не в подвал ли? Ой, походу в подвал. Я сейчас очень рискую, на самом деле. Если там барбекю, он меня найдет в шкафу. Но если нет, то нет. Подвал с Майерсом — это особо опасная вещь. Ведь он может накопить почти третью фазу. Найти нас в под... Ага. Я могу теперь... Ну все, я уже забежал. Придется доигрывать. Да, вот. Вот я про это. А почему она не убегает? Почему она не убегает? А, она выжидала броню. Ну, здесь по-другому никак было. То есть так и так я уже планировал спасать. Еще одна порча. Уже последняя, да? Я не знаю, что там у него за порча была, но это не погибель. Сомневаюсь, что это пожирание надежды. Потому что, ну а зачем она Майерсу нужна? Он и так с одного удара всех... кладет. Так, вот сейчас, о, сейчас очень опасно. И очень хорошо, что во время моего выбегания из хижины спасли кого-то. Потому что это его хоть немножко отвлекло. А положение у меня было в этой избе очень такое незавидное. При Бубби и при Майерсе попадать в подвал особенно опасно. Интересно, все это пойдет? Ой, он набрал. Ой, он набрал. Поднимает. Надо Кузю спасать. Правда, я тоже по башке получу. Там уже спасают ее, по-моему. Надо ближе подойти. Я просто барбекюшки как бы опасаюсь. Вы же понимаете, что сейчас лучше Майерсу на глаза не попадаться.
Есть тут ген, интересно? Есть. Палетка есть. Да, нас уже осталось трое, причем Кузя, если попадется ему, то тоже из игры вылетит. Шансы на победу не особо большие, но постараемся, как сможем. Он сюда идет. Да, он будет патрулировать. Не понял. Он Кузю нашел. Там ворона. Я боюсь, что он сейчас меня найдет. Ой, он мог меня видеть, кстати. И он меня видел. Нет, он просто... Он идет туда просто потому что... Чем тут надо? Он чует мое присутствие. Угу. Значит, там ген тоже, да? Может проверить этого? А, там кто-то чинил. Теперь он на это место будет реагировать. Но вы сами видите, какая у нас ситуация. Вот он еще снеговика проявит, и сейчас меня найдет. Если будет особо дотошным. Вот вопрос, куда он пойдет. А, туда пошел. Крайне опасно. Он уже здесь. Ну я, конечно, мастер прятаться. Я бы еще за этим... За тоненьким деревом спрятался. А он же эти места проверяет. Слушай, а может есть еще какой-то ген? Ну что ж такое дотошное, а? Я вот хочу выбежать, да не могу. Нет тут никого. О, он, и она тоже там, видели? А, тут ген. И угол. Мы отсюда убежать никуда не сможем, если что. А он скоро уже придет. Он сейчас завернет сюда, и это будет проблема. Вся проблема началась. Идет. Ой, он набирает. Сейчас наберет. Набрал. У меня проблема очень большая. Я еще и в этот бегу. В подвал. Я не буду тут его крутить. Если я ошибусь, то я в подвале в итоге окажусь. Мне оно надо? Нет. Я наоборот подальше его отвину. Я подальше его отвину. А, все, закончилась твоя вот эта вот мерзкая. Погоди. Он ушел. А,
открывает ворота. Это мой шанс убежать. Он ее спугнул. О! Если он опять наберет, мы точно никуда не убежим. А, ну... Он меня будет искать. Это мой шанс. Это нагло, я понимаю. Хорошо, это не этот. Меня тут нет. Но если он будет проверять, я пошел. Стой, да подожди, ну не надо. Я, может быть, спасу даже, кто знает. Надо было подождать, а не пытаться. Я понял. Ну, я сказал, если он будет проверять ворота, я пошел. Тут уж извините. Что там у него было? А, порча кара, погибель. Еще двойная порча. Короче, проклятых тотемов просто вся карта. Наконец-то наша любимая карта Raccoon City, господа. Ну что ж, поехали. Ну что, поехали потихонечку. На кого это отсылка? Напишите. Так, что-то мне не нравится. На меня смотришь, что ли? А это призрак, он хрюкает. Нифига он... Вы слышали? Как быстро он ген сломал. Пам-пам. Это я уже могу сказать. Этот призрак сильный будет. Слабые призраки, не, ну... С такими аддонами не играют. Это жесткий. Это, скорее всего, призрак с бамбузлом. Ну, с... розыгрышем. У него аддон на ускоренную поломку генов и палеток и перелезание через препятствия в режиме невидимости. А теперь добавьте к этому ускоренное перелезание через препятствия за счет розыгрыша. Там 15%, да? То есть аддон, розыгрыш. Это... Сверхбыстрая просто. Да-да-да. О, слышали? Бам-бам. Бам-бам просто. Это так быстро. Ему даже из инвиза выходить не надо. Это будет сложно. Да я даже, знаете, как сделаю? Я пока не буду никуда торопиться. Я ящичек пооткрываю. Может, кому-то из ребят понадобится какая-то вещь тут? Ну? А, завели. Спринт надо восстановить. А, он тут, кстати. А, нет, это заводит просто. А, так... Подожди, это... Это его извели? Да ладно. Так, кошка, кошка. Где же он ходит, я не пойму. Я боюсь, что он сейчас сюда придет. Вот этот проход заблокирует. И мы отсюда нормально не выбежим. Так, второй ген. Угу. Особо не показываемся ему.
Так, в принципе-то мы можем центральные гены поискать. Аккуратно, если только. Ходя рядом с палетками, разумеется. Наверху он. Но надо туалет проверить. Там, скорее всего, ген. Палета есть. Ну, просто так... Ага, он выходит из низа, по-моему. Просто так ронять ее, конечно, нельзя. Но он может заставить это делать. Потому что ты не понимаешь... Четко не понимаешь, он будет атаковать или нет. Он до конца из низа выйдет или нет. И... Вот сейчас опасно. Пам-пам. Воу. А вот это плохо. Я еще... Тут палета нет. Да ну. Но я тут буду. Он бы все равно меня догнал. Бамбузл? Нет, у него нет. У него нет бамбузла. Вот вопрос. Он будет меня поднимать или нет? Я пока повосстанавливаюсь. Пропал тотем, он его погасил, что ли? Кстати, не проверил, библиотека-то сейфовая или нет? Меня колдун сейчас спасет. Я максимально восстановился. О, пум-пум-пум. Да, опасно. Ой, а может вы меня подлечите? Очень надо. Срочно. Ага. Да ладно. Ну, тогда, типа... Палетка, она не... Нет, она все-таки палету эту... уронил, у нее моментально сломал. Ну, да, вот такой вот колокольчик. Да. Не глухой, не слепой. И не бесхитростный. Ой, раненый кто-то. Наверху, да? Тут палета вроде должна быть. И ген. А его сейчас починят, кстати. Фига там зомби бушуют просто. Только не говорите, что он тут. Реально. Я тебя понял. А, он не пойдет за мной. Тут ничего нет, потому что... Тут еще палеточка есть. Тут кто-то умудрился палетку уронить. Бесполезную абсолютно, да? Ой, он вышел из инвиза. Это атака.
Он кого-то преследует. Может сюда на меня пойти, кстати. Может, может. Ой, опасно как, слушай. А, он напал на этого Микаэла, по-моему. Фига, вот это красава вообще. Колдун же его ослепил, вообще молодец. Не, я пока выводы делать не буду. Рано, рано. А тот ген что? А, тот ген все, да? Я хотел сказать, что до сих пор никто не был им пойман. Удивительно. Так, там тоже починили. А чё на улице? На улице ж ген. А, все, прикинь. Ха. А чё ж отсюда бегу тогда? А он, нифига себе, он быстрый. Уже открылся. Да. И что? Да ну, давай, не надо. Слушай, я даже не знаю, как тут... Как тут быть? Она не восстановилась. Очень опасно. И он почему-то ее не поднимает. Может, у него наед? Но что-то да. Наверное, наед. Это ловушка. Это 100% наед. Это очень странно. Ну пусть это... А, нифига, что задумал. Засмотри. Это, смотри, втихомолку ворот открывать будет. Ну это же наед. Это 100% наед. В смысле? Они что, договорились, что ли? Что происходит? Че, ворота открыли, что ли? А, да. Где крюк? Видимо, он за углом был. Да все, чего ж там. Я не знаю, что это было. Я думаю, он и не собирался на нас охотиться. Я вообще от этого матча совершенно другого ожидал. Я думал, он сейчас как разбросает всех. А у него даже бамбузла не оказалось. Вот это поворот. Ну что, уходим? Что нам тут делать-то? Может быть, он и заранее не собирался играть серьезно, а может быть, он просто понял, что, в принципе, проиграл. Но, в любом случае, вот такая вот... Вот такой вот матч получился, да? Что тут у него было? Занзин. Ну, такое.
Наблюдение от свиньи. Скверна и зверская сила. А зверская сила у него получается 20%. И еще плюс вот этот вот аддон, ускоряющий на 60%. Обалдеть. И вновь играем мы на поместье Макмиллан. Но это не лесная опушка, что уже, конечно, полегче. Ну и вы поняли, да, по кубику, что играем там и против сенобита. Опа! Я не понял сейчас. За мной идет. Ага. Ага. Ну да, он меня ударит, конечно, тут. Ту-ду-ду-дун. Хотя мог бы и не попадаться. Но мне пришлось. Уронить эту палетку. Я не хочу падать от него. Помоги мне. Но придется от него упасть. Творит, а? Палета нет. Ну, что-то как-то вроде бы побегал. Окей. Еще кубик надо разгадывать. Успеют, интересно? А-а-а, игрушка. Ай-яй-яй-яй-яй, не успею. Успеет, так. Ну, тоже упадет, да? А вот, кстати, и игрушка. Я ж теперь его слышать не буду. А, и крюк рядом. Ты посмотри, что такое? Спасать придется. Простите, извините. А ключ работать будет? Будет. Что, за мной пойдешь, что ли? Парам. Ух, да. Начало такое бодрое, да? Скажем так. И чё, нет этих, что ли? Можно сюда прийти. Я хотя бы вот так вот за стеночку встану. Бегай за колдуном, сенобит. Спасли Микаэлу, хорошо. И... В принципе, да, тут я буду чинить, тут рядом палетки. Ой. Ой-ой-ой. Ой, как фигово-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто ж мне его сюда привел-то? Потому что колдун. Но не специально, что я понимаю. Бывает. А я забыл, что я ж его не слышу.
Я даже не стал смотреть на кошку. В этом матче мне, конечно, досталось. Я долечиться не успел. Вот это особенно обидно. Интересно, он будет меня кемпить? Пока он это делает. А, все, я его слышу. А почему я его слышу? Вроде бы как на мне это. А, нет, я его не слышу, нифига. Игрушка еще осталась там, у холма. Значит, я не буду не только его слышать, но и видеть свечение. Надо идти снимать тотем, который меня глушит. Так, разгадывает Фэнк. Давай, Кузи, разгадывай. Где-то здесь. Угу. Не, ну мне надо сначала спасти, потом уже... А, угу, понял. Мне нужно включить звук. А то как-то не очень хорошо без звука. Звук. Есть звук. Ой, а он, наверное, видел меня, да? Ушел. Кемпить не будет. Сейчас для меня игра максимально опасная. Ой, сейчас бежать придется. Ой, придется. О. Найдет. Ой, найдет. Найдет. Ну что ты, глупый? Ты не глупый. Просто в метре от проигрыша. Мне вообще лучше тут не находиться, я чувствую. Потому что отсюда я, ну, вряд ли куда-то убегу. А, я понял. Сейчас надо максимально аккуратно. Порчу сняли, кстати. Я вот тоже... Запоздало заметил. Ну такой синобит не слабенький. Обычный такой. Может даже выше среднего. Где-то я это уже видел. Но теперь он точно меня найдет. Ну что, повезет мне, не повезет? Нашел. Не повезло. Не повезло, увы. И он меня донесет. Донесет, донесет. В смысле? А что это было? Я же не сорвался. Только у меня аж полоска не заполнилась. Я эту игру порой не понимаю. Типа,
У тебя полоска заполняется, но ты с плеча мана не срываешься. Тут, короче, полоска не заполнилась, я сорвался. Ну, слушай, ну это команде спасибо, надо сказать. Засейвили максимально. Второй раз колдун приводит ко мне Сенобита. Ну, значит, еще поиграем. А все уже, да? Любая ошибка, и игрок выбывает. Опаньки. Бежать быстрее. Кого-то, по-моему, в шкафу нашли. Но это не точно. Он сюда пойдет. Он сюда сейчас пойдет. А, или не пойдет, подожди. Если тут нет генов, он не пойдет. Ему зачем оно надо? А, не. Нас видит. Что за приколы? Ой, как... Ну, теперь точно вылетаю. Вот теперь я точно проигрываю. Да. А теперь меня вряд ли спасут отсюда-то. Интересно, они за это время смогли хоть чуть-чуть-то починить последний ген или как? По идее, должны были. О! Смотрю. Предмет какой-то выпал. А, так. И что мы видим? Мы видим, что... Никакой починки генератора-то и нет. А, есть, смотри. Кузя чинит генератор. Колдун разгадывает... Кубик. И сейчас к нему, да, телепортируется Сенобит. Он его немножечко помансит, да? А, смотри. Смотри, чё... Ау! Чё колдун творит, смотри, а? Обманки какие делает. И завели гены. Но он ударит его. Нет, не стал бить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком далеко отошел. Наед. Все, надо убегать, Кузя. Просто беги, не оборачивайся. Она не успеет открыть ворота, скорее всего. Он к ней пошел. Она не успеет. А, не, смотри, что. Она и не будет этого делать. А, он дотошный, он ее, может быть, и найдет. А, он открыл ворота. Он ее щадит. А-а-а. Но она ему не верит. Ты что, серьезно? Он знал, что она здесь, да? Так вот вопрос, он ее пощадит или нет? Хм. Сейчас узнаем. А может быть, короче, перед самым выходом... Не, кивает. Но может быть, перед самым выходом он, конечно, ее поднимет. Такой тоже может быть. О, видишь? Это не спортивное поведение, я полагаю. Да, это, господа, не спортивное поведение.
Плохо так делать. Некрасиво, неуважение. И вновь наша любимая карта Ракун Сити. И сразу принимаемся за починку. Неплохое место для спавна. Так, давай-ка это... Кто там? О, началось. Она еще и меня увидела. Медсестра. Очень злая, когда злится. Тут кто-то есть. Капитан. Я уже думал, сюда летит. Думал, у нее разлад есть. Ой, походу есть. Что-то мне не нравится это. Пойду-ка я. Подальше отсюда. Вот хотя бы и сюда. Она за Кузи бежит. Ну, не бежит, летит. Телепортируется. Да не, давай лечиться. Тем более она далеко, и даже если у нее есть зов медсестры, она нас не найдет по нему. Так, она нападает на Джеффа. Она и колдуна хитанула. Ой, а мы успеем дочинить-то? Ну, я понял вас. Спринт. Или она обратно пойдет? А что за звук сейчас был? Как будто сундук какой-то открылся. Куда это? Куда? Куда? А, это зомби там бесится. Ой, я сам вышел, прикинь. В смысле, обратно? В чем прикол? Я, конечно, она думает, что я пойду туда, а я пойду сюда. А не, смотри-ка. Сейчас опасно, может быть. Точно она меня в коридоре не увидела. Так. И вот так. А, и тут Ген, я к Гену пришел. Но она вроде занята погоней, поэтому сюда не полетит пока что. Сейчас я вылечусь и буду чинить. Смотри-ка, она еще никого не поймала. Но меня почти поймала. Возможно, за Джеффом бегает.
И у нас уже 2,5 гена получается, да? Воу. Она приближается. Джефф вылечился. Замечательно. Не нравится мне эта кошка. А, она наверху. Я просто был уверен, что нас слышит через крышу то, что я тут завожу. Значит, там еще ген, да? Туда бежать надо будет. Угу. Понятно, сейчас побежим тогда на спринте. А, там уже заводит как раз. Вот она улетела. Я понял. Это кто это? По-любому колдун балуется. Да? Кто же это еще может быть? Он стремительно к нам идет. А ведь он может нас заблокировать, кстати, тут. Вы в курсе? Да, он не дает починить. О. Ой. Надо было в эту в снеговика спрятаться. Неужели она Джеффа все-таки поймает? Так, а где еще ген? А, я так и подумал. Король. Статуя короля. А что это за свечение такое? Непонятно. А где он? Куда он убежал? Ой, ага, поймала все-таки она Джеффа. На тебе. Ага. Не надо, он меня сейчас заблокирует. Не надо, отстань. Что он делает? Так, мейн и... А, и далеко. Так, где она там кемпит? Ну-ка. Прямо тут. А на месте. Ай. Фига я развернул. А, ну хорошая идея бежать к подвалу, конечно. Лучшая просто. Теперь надо как-то лечиться. Мне все кажется, что надо заводить ген, который почти завел этот заведен. Ой, хорош. Засейвили.
Ну и я остался. Улетела. А давай-ка я тебя вылечу. А давай. Больше очков заработаем, да? Все, поехали. Что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А если хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.